Что рассказывать? Ну, понравилось, нет? Ну, что, работа произведена. Большая, так. Конечно, нормально. Хочу всех сегодня свозить на экскурсии туда-сюда и этот. Свози. Большая работа проделана? Ну, конечно, большая. То. И который ты говорил, валик с этой стороны, ты видел, дальше мы его возвели. Я видел. Дальше его уже некуда, дальше он уже намного выше делается. Ну вот он начальник, и над этим прудом будет наблюдать. Весной корыто прокопать. Где доски, надо узнать, где лежат доски, которые буду поднимать. Спрятанные там, промазанные. Володя скажет где. Володя, расскажи ему. Че? Где находятся доски? Это нам показывает, так не расскажешь. Ну, тогда придется с нами ехать. Попутно еще разок. Не, а где там? Почему, Володя? Скажи, где, где? Ну, допустим, заходишь, сейчас на плотину идешь к этой, и где там к сливу идешь, и там где. Поедем экскурсию по нашим прудам, где мы работали столько недель. Охота всем показать все. Время дождя. Только-только-только. Ну, то со стороны можно там собрать на руках. Уже колея была вот такой глубины. Да, с водой. Тут налево, да, едем? Нет, прямо. Прямо? Прямо, Рыжковский, а потом налево. Выйдем там, там три места. Мы отчет дадим, покажем, чтобы они знали, молились все. Вот влево можно завернуть по дорожке. И так прямо по этой дороге вперед. Это деревня, улица вот эта была, деревья прямо против домов были. Ага. Да. Так, идет за нами машина? Идет. Идет. Так, влево туда, прямо идти. Сейчас. Цифры бегут, нет? Да. Так, заходите на трассу. Вот это нас не пройдет, наверное, едет. Здесь, здесь. А, ты здесь. Посмотрел, как, кого, где высаживают. Вот она, молитва. Пошли. Пойдем. Вон они пошли. И доработаны ей. Нет, сейчас все здесь сделали. Это остаток. Ограда вон она. Загорожа это остатки. Они почти будут. Телефон! Говори! Спаси, Христос! Как там Сергей-то? А где он? Ну я не знал даже этого. Вот, первый раз слышу. Дождь здесь. Все, пока, с Богом. Нет, я с той стороны пойду тут. Плохо, подожди. Я сейчас не могу говорить мир вам, попозже, я снимаю. Снимаю здесь на пруду мы приехали. Это все кусты были, вон они, все туда вынесли. Срезали, здесь непроходимая была. Тут видно, как... Вот сейчас ты увидишь там. Здесь будет
повыше сделали, вот отсюда вот, вон где там стоят пробы. Вон. Подальше, Ирина, маленько сойдите, я покажу вам ветерофильм. Вот это вон где высоко, где Нянина идет, это все было до самой низу. Пробы. Это все завалили. Представь, сколько земли он потаскал здесь. А что-то маловато, бы повыше надо было здесь. Нельзя, все нельзя? Больше никак. Все, это предельная норма. Это все присядет. Вот на том месте, где он прорыв. Он завалил его на сущем. А грязи не будет теперь? Нет. А если дождик будет, грязь будет? Вот, вау, вау. Да то пусть грязь. Тут ходьбы-то нету, тут загорожено. Вот оно где. Смотрите, какое. Как-то показать вам. Это загородили от коров, если пойдут. А это вот, видишь, какой короб сделанный? А там он вода будет? Это вода. Вот вода здесь должна идти. Если коров оттуда пригонишь, чтобы коровы не зашли, никто не упал. Вот посмотри, сколько, куда идет это она. Это ограда постоянно будет? Постоянно. Сюда уже не проедешь? Нет, туда нету. Тут никогда не было дороги. А для чего вы делали тогда? Вот эту ограду? Нет, вот эту дорогу. А это не дорога, это дамба. Плотина. Вода не прошла. Вот она заканчивается. Вон она. Там никогда дороги не было. Вон откуда брал глину. А там с той стороны глину брал. Здесь дороги не было. Сейчас на другой поедем. Там дорога. Мы так оставили. Дорога идет. Вот видите, доски. Сколько здесь? Больше кубометра досок ушло. Вот он работает 1500 за час. Я каждый день ему 18 тысяч плачу. Ну это не ему. Он, видишь, какие ограждения сделали. Вокруг набили. Так что вода тут, когда пойдет, там не прошла. Зацементировали. Вот, это, да, видите, а это распоры. Чтобы держалась вода? Да. Вода. Да, там доски, вон щель. И вставлять будет доски и поднимать воду, уровень. Чтобы воды тут было по самый конец. Поэтому... И вот этот желоб наклонный туда все сделано. Вот так, сюда. Это рыжка. Так что она туда пойдет. Все пустые. С другой стороны нет там прорыва, ничего, там все закрыто. Нет, все там нормально. Вот спасибо. Вот какую навалили. Это вот от самой земли все это натаскал он, завален. Это 8 метров прорыв до самой. Это в воде еще вот так вот. И меня не понесли, когда мы работали. Да ноги увязли, они меня в воду уронили. Мужики, чтобы перебраться на ту сторону. Это все засняли, так интересно. Утопли, ноги не могут вытащить. Вот, а в другом месте совсем по-другому. Там трасса. И вот вы вчера ехали, сегодня показать им надо. Они так-то никогда не будут здесь. А вот смотри, давай-ка туда глянем, подойдем. Подожди-ка. Вот куда, смотри. Это все... Прорыв был вон того места. Ну а здесь уже была трасса. Мы ее добавили кверху. Видишь, какая глубина? Это все с земли поднято. Они не знали, что тут с ней делать. Это прошлый год заброшены. По колено примерно. Это прошлый год половодье такое было, разрыв. Половодье прошлого года, да, так да, разрыва. Да, так а тут уже лет 25 такое, ага. Прорва. Тут много разной птицы. Вот это давно уже видите, здесь. На берегу сколько это? Щищи на той стороне. Вот это вот сплошняком были кусты. А мы все это вырезали и туда. Вот она прорастает. Они берег укрепляют, ну, да, ничего да, не да. Видать. Хорошо, ивняк укрепляет. Вот. Этот пруд принадлежал, вот она, Рыжковский пруд, Рыжковый. Она была замужем за Потеряевым, основателем Потеряевки. Ну, не основателя, а их... потомки. Угу. Вот здесь мы, видишь, как насыпали. Вот здесь пониже маленько, прорыв мог быть. Мы насыпали и здесь. Вот она. Видишь? Дамбочка небольшая. Тут уже выше. Вода до сюда не дойдет. Не придет. Да. Это, ну, это кусты, которые вырезали, сюда вытаскивали. А вот откуда землю брал. Вот оно все скоплит. Очень хороший бульдозерист. Много лет работал, 64-го года он. Вот тут. Тут рыбы много было раньше. Мы рыбачили. А сейчас ничего тут нету. Нету, одни комары. Ну а почему не восстановить?
решение краевого совета о восстановлении Потеряевки со всей инфраструктурой. Это и с дорогами. Ну, мы как можем, вот делаем. В прошлом году 3 пруда восстановили, и нынче 3. То есть это последнее, больше не будет. Ну да что ты? Сейчас вот пойдем, ты увидишь там в другом месте, какие были. Ты ужаснешься, какая работа проделана. Это вот каждую в лесу надо найти, обработать вообще, и потом привезти. И окажется, что не нужно. Сила Божия была. Сила Божия. Так, Алексей, сажай и двигайся. Так, туда кто-то. Сюда, Бабу Серафима. Давай. Ой-ой, меня сначала пустить, я пока. Так. Дальше. Бабу Серафима куда-то привозить. Все. Отходит. Сядь. Хорошо, развернусь, хорошо. Я за ним туда, мы сюда. Ладно, все. Садимся.